Всем добрый день. Съемочная группа «Панорама ТВ» сегодня работает в центре города. В столице Верхневолжья продолжаются профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Я напомню, что наступил новый 2022 год, но никто не отменял обязательное ношение масок в автобусах транспорта Верхневолжья. Те, кто этому правилу не следует, по-прежнему могут подвергнуться серьезному наказанию. Но в первую очередь речь идет, конечно, о денежном наказании. Штрафы по-прежнему актуальны, и суммы, как нам рассказывают представители транспорта Верхневолжья, представители полиции, суммы эти достаточно значительные. Очередной рейд проходит сегодня на территории города. Как по традиции, в нем участвуют представители полиции, представители транспорта Верхневолжья. И, конечно, СМИ, съемочная группа нашего телеканала, тоже в таком рейде сегодня участие принимает. Нужно отметить, что такие мероприятия они проходили и в прошлый, 21-й год. Новогодние праздники, они всегда, скажем так, добавляют работы представителям здравоохранения, потому что люди возвращаются с новогодних каникул, кто-то, возможно, бывал в том числе и в зарубежных странах, и, конечно, велик риск того, что будут, скажем так, увеличиваться случаи, да, люди могут привозить из зарубежных стран, в том числе и новые штаммы коронавируса, поэтому сейчас все усилия системы здравоохранения региона направлены на то, чтобы не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом в нашем регионе, и в том числе на это направлены и вот такие рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Все подробности профилактического мероприятия, которое сейчас в эти часы в столице Верхневолжья проходит, вы можете узнать в вечерних выпусках новостей на телеканале «Тверской проспект Регион», а также на страницах интернет-портала panoramapro.ru.